Согласно легенде учений, на одной из котельных Бреста начались перебои с подачей тепла в несколько жилых домов. А между тем термометр за окном показывает минус 15 градусов. Устранение поломки может потребовать времени, но холод ждать не будет. Вернуть тепло в квартиры поможет передвижная модульная котельная. Процесс ее оперативного подключения и отрабатывали участники командно-штабных учений. Для того, чтобы поддержать систему теплоснабжения, чтобы люди не замерзали, была развернута модульная котельная с подключением в сети. Такие учения проводятся ежегодно перед началом отопительного сезона, для того, чтобы еще раз убедиться о том, что система жизнеобеспечения города готова именно к таким вот условиям. Передвижная модульная котельная – хороший резервный источник отопления при возникновении экстренных ситуаций, например, аварии на котельной или замене оборудования. Та, что работает в городе над Бугом, выручала не раз и уже зарекомендовала себя как надежная опора системы обогрева областного центра. Прошлый отопительный сезон нам, наверное, 3 месяца пришлось ей топить. Школу 33-ю Дубровки, когда котельная на Брестском заводе бытовой химии перестала давать тепло на жилой сектор и на социальную инфраструктуру. Сейчас там уже мы построили на месте ЦТП хорошую газовую котельную, которая себя обеспечивает. Вот. А это, скажем так, поддерживается в боевом снаряжении, в боевой готовности круглые сутки. К слову, процесс получения паспортов готовности к отопительному сезону в Бресте находится на финишной прямой. В числе больших нововведений текущего года – строительство отдельной котельной взамен перестающей давать тепло котельной установки Брестского пивзавода. Встроена должна быть введена к периоду холодов. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.